Очень интересный малокубатурный спортбайк Honda NSR 125R был впервые представлен не в Японии, как все могли подумать, а в Италии, в Болоньи, в ноябре 88 года. В продажу малыш пошел уже в феврале 89-го. Дело в том, что NSR 125R пришел на смену очень популярному спортбайку в Европе NS 125R. И как и предшественник, модель считается итальянской, потому что была разработана и собрана Honda Italia в Риме и предназначалась в первую очередь для местной молодежи, так как именно в Италии рынок 125-кубовых спортбайков имел жесткую конкуренцию между отечественными и иностранными производителями. В поддержку своего производства местные власти даже ввели жесткие импортные тарифы, поэтому Honda и создала производственную базу в Италии. В итоге итальянская Honda NSR 125R не только ничего не потеряла, будучи родом из Италии, а наоборот, приобрела компоненты местных производителей, которые сейчас считаются передовыми в мире. Компания Grimica заключила контракт на производство алюминиевой литой под давлением рамы, состоящей из двух частей и скрепленной болтами, а также колес и тормозных узлов, которые в свою очередь состояли из одного 316-мм диска с двухпоршневым суппортом спереди и одного 220-мм диска с однопоршневым суппортом сзади. Двигатель был изготовлен фирмой Girardoni, а карбюратор поставляла Delorto. Подвеска, естественно, от именитого производителя Marzocchi. 35-мм вилка спереди и моноамортизатор сзади. Pagani производил приборы и освещение. Название мотоцикла, как и всех из этой серии, происходит от успешного гоночного болида NSR 500 GP. А вот внешний вид мотоцикла, включая и цвета, безостенчиво был основан на Honda VFR 750. И немало юных мотоциклистов на первый взгляд отказывались верить, что этот красавец всего лишь 125-кубовый мотоцикл. Это было несомненным жирным плюсом для начинающих райдеров, которые ощущали себя на настоящем спортбайке, что естественно отражалось и на продажах. Помимо вожделенного полного обтекателя, первое поколение NSR 125R под кодом GC20 имело непривычный так называемый мостик с контрольными лампами, из-за чего ключ зажигания переехал на правую сторону переднего обтекателя. Ну теперь переходим к самому интересному, это двигатель, который, чтобы лучше было видно, мы рассмотрим на голой версии этого спортбайка модели NSR 125F. Naked, кстати, появился на год раньше спортбайка, и двигатели у них стоят абсолютно одинаковые. Это одноцилиндровая двухтактная 124-кубовая силовая установка жидкостного охлаждения, диаметр цилиндра и ход поршня по 54 мм, степень сжатия 12 к 1. За питание отвечает 28-мм карбюратор Delorto. Максимальная мощность составляет 31 лошадиную силу на 10500 оборотов в минуту и 21 ньютон-метр крутящего момента на 9000. Благодаря невероятно малому весу, в сухом состоянии NSR 125R весит всего 118 кг, а в снаряженном с полным 10-литровым баком 128, спортбайк от 0 до сотни разгоняется около 6 секунд. 1/4 мили NSR 125R проходит за 15,4 секунды, разгоняясь при этом до 136 км в час. Максимально же заявленная производителем скорость 164 км в час.
Средний заявленный расход топлива 18 км на 1 литре, что примерно 5,5 литров на 100 км. Honda NSR 125R GC20 производилась до 1994 года, после чего ее сменило новое поколение GC22, а в конце названия добавилась еще одна буква R. Мотоцикл уже был в основном японского производства, детали двигателя и другие ключевые элементы производились в Японии, затем спортбайк собирался в Италии и поставлялся на преимущественно европейский рынок. Эту модель прозвали «Лисий глаз» из-за новых фар. Она уже шла с задушенным двигателем с мощностью всего 12 лошадиных сил и 15 ньютон-метров. Honda NSR 125 RR прекратили производить в 2001 году, однако остатки мотоциклов продавались аж до 2003, а где-то и до 2005 года.